На улице минус 20, а сколько в общественном транспорте? Мы взяли термометр и провели свой эксперимент. Об этом не только. Расскажу прямо сейчас в студии Елена Чехомова. Это Давича. Здравствуйте. Взят под стражу и уже дал первые показания. Кировчанин рассказал, почему пнул пенсионера в магазине. Десятки жилых домов, две школы, четыре садика и больница без воды. В Лузе крупная авария на сетях, без воды и некоторые районы Кирова. Позаимствовать опыт прошлого для воплощения в будущем. Ученые, урбанисты и общественники в эти минуты обсуждают, как может измениться Киров. Взят под стражу и уже дает первые показания. Кировчанин, который пнул в спину пенсионера, задержан. Возбуждено уголовное дело. Напомню, в соцсетях появилась запись камеры видеонаблюдения одного из кировских магазинов. На кадрах видно, как неизвестный пнул пожилого мужчину, который замешкался у входа. От удара пенсионер упал на колени, а обидчик вместе со спутницей просто прошли мимо. Помощь пострадавшему оказали сотрудники магазина. Как пишут СМИ, задержанный 33-летний, ранее судимый Дмитрий Кузьминых. Он уже дал признательные показания и сказал, что готов извиниться перед пострадавшим. Уголовное дело передано в региональный следственный комитет для дальнейшего расследования. Как все происходило и почему? Мне показалось, что он тянет руку моей жене. Поэтому ударил. Скажите, вы раскаиваетесь в содеянном? Да, конечно. Готовы? Конечно. Готовы извиниться перед потерпевшим? Да, конечно, готовы извиниться. Был неправ. Родителей малыша, брошенного в мороз на улице в Ленгасово, накажут. Подробности резонансного инцидента озвучил кировский омбудсмен Владимир Шабардин. Напомню, семейная пара нашла в сугробе полугодовалого ребенка. Прохожие вызвали полицию и медиков. Выяснилось, на морозе грудничок оказался после того, как его родители решили отдохнуть в гостях у родственника. Отец ребенка остался праздновать, а мама взяла младенца и пошла домой. В какой-то момент женщина упала вместе с ребенком. Сейчас малыш находится в больнице, с ним все в порядке. Как уточнил уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, раньше в поле зрения надзорных органов семья не попадала, нареканий к жилищным условиям нет, вопроса об изъятии малыша и лишении родительских прав не стоит. И с матерью, и с отцом ребенка проводилась и будет проведена еще профилактическая беседа и вообще профилактическая работа. Для того, чтобы убедиться, что ребенка нужно и можно передавать им. Административное наказание, предусмотренное статьей 5.35, надлежащее исполнение родительских обязанностей, там начинается от штрафов от 100 рублей и до 5000 максимально. Жители Кирова жалуются на холод в общественном транспорте. В соцсети выкладывают не только фотографии с экстремальной для нас температурой, но и жалобы. Замерзаем на остановках и в автобусах, троллейбусах, не согреться. И хотя морозы отступают, теплее в транспорте не становится, отмечают кировчане. При этом пассажиры интересуются, а есть ли какие-то температурные нормы. Есть ссылки на ГОСТ, что при минус 25 на улице температура в салоне автобуса должна быть не ниже плюс 15. Так ли это? Мы с оператором Владиславом Мажейко решили провести нехитрый эксперимент. Вооружились термометром и замерили температуру в нескольких видах транспорта. Сейчас мы решили замерить температуру в небольшом пазике. Посмотрим, сколько наберется. Для меня нормально. А вам тепло? Еду с Филейки, холодно, ноги замерзают. Прохладно, ведь еще дует, понимаете, тут все щели, все, ветер дует, вообще холодно. У вас ноги не мерзнут? Мерзнут. Все-таки вот, несмотря на слова пассажиров, вот мы замерзли в этом старом пазике. И температура едва ли 14 градусов. Так что вот, кому хотите, тому и верьте. О результатах наших опытов с градусником, а также мнение пассажиров, кондукторов и руководства ТП смотрите в нашем вечернем выпуске новостей. В одном из районных центров Кировской области наступила засуха. В городе Луза без воды остались десятки жилых домов, а также две школы, четыре детских сада и больница. Сегодня утром на водоводе на улице Гоголя произошла утечка. Сейчас на месте работают шесть
специалистов и 2 единицы техники. Сообщается, что в больнице создан запас воды, а жителям рекомендовано пользоваться уличными колонками. Проблемы с водой сегодня и у некоторых жителей Кирова. В микрорайоне Радужный второй день нет холодной воды в 35 жилых домах. В среду на водопроводных сетях был обнаружен дефект. Сейчас на месте продолжаются ремонтные работы. Предполагается, что вода вернется в дома около 5 вечера. До этого времени в Радужном и Васильках можно набрать воду из цистерны. 60% детских площадок в Кирове опасны для жизни. Такие данные озвучили эксперты Общероссийского народного фронта. Они регулярно проверяют состояние игровых конструкций во дворах. Чаще всего элементы горок и качелей плохо закреплены, цепи бывают порваны, железные части ржавеют, и никто их не красит. О таких нарушениях можно сообщить в Общественную палату России. Там создают свою интерактивную карту опасных мест для прогулки детей. Задумались об этом, глядя на удручающую статистику. 40 тысяч несчастных случаев ежегодно происходят на детских площадках по всей стране, а некоторые заканчиваются гибелью детей. То есть есть площадки, которые расположены на муниципальных землях, а есть те, которые на придомовых территориях. И их, к сожалению, большинство. И многие люди, собственники жилых помещений в многоквартирных домах, они не совсем понимают, что следить за состоянием этих площадок, в том числе, их обязанность. Да, есть ситуации, когда домом управляет нерадивая управляющая компания. Сторонники переименования Кирова в Вятку собрались сегодня в Герценке. В эти минуты там проходит 4-я Всероссийская научно-просветительская конференция «Вятка. Возвращение имени». На таких встречах референдумы о переименовании не обсуждают. Участники конференции мыслят более масштабно. Тема данного мероприятия – вятская культура, прошлое, настоящее, будущее. Докладчики вспоминают лучшее, что было в Вятке. Развитие кинематографа, вклад вятчан в развитие культуры России, культурный код древнего города, нравственный образ вятчанина и так далее. Все это нужно знать, чтобы создавать свое настоящее, считают участники встречи. Уверены, не только прошлое влияет на день сегодняшний, но и будущее. Поэтому в рамках конференции будут обсуждать различные проекты в сфере благоустройства города. Ближе к вечеру откроется секция «Городские проекты». Для того, чтобы развиваться, для того, чтобы жизнь жителей, чтобы жителям было комфортнее себя чувствовать и жизнь стала лучше, мы должны вернуться ко всему тому ресурсу предыдущих поколений, таким образом обратиться к культуре, истории и вернуть историческое название нашего города. Теперь оперативно следить за новостями города и области вы можете в нашем телеграм-канале или ТикТок «Новости Кирова. Девятка ТВ». Ну, у меня на этом все. В студии работала Елена Чехомова. Всего вам доброго. До свидания.